спасибо большое, что вы сегодня пришли сюда. Я надеюсь, это навсегда останется, я, наверное, знаю, что это навсегда останется в наших сердцах. Одесскую Хатынь я лично не прощу никому из тех людей, которые там находились в то время. Я даже знаю, кто. Я вам одно скажу. Моя вера в Украину умерла в Доме профсоюза вместе с моими друзьями. Я теперь никогда не подниму, официально заявляю, никогда не подниму украинский флаг только потому, что под этим флагом жили моих друзей. Единственный флаг, который я когда-нибудь подниму, это Николаевск. Земля. Сегодня день, 40 дней с одесской трагедии, с одесской Хатыни. И люди, которые ее совершили, живут и в городе Николаеве, живут и в Киеве, живут и в Одессе. Ни один из них не понес соответствующего наказания. Власть, вместо того, чтобы расследовать преступление, пускай даже это киевская власть, это даже это киевская хунта, она специально делает все для того, чтобы не было мирных протестов. Она специально выгоняет нас для того, чтобы мы не выступали мирно, для того, чтобы мы не сопротивлялись в мирном русле этой киевской хунте. Вы заметили, что было, что это и говорит и о решении суда, это говорится и в решении суда. Когда в решении суда украинским по белому четко написано, что в связи с военным положением в стране, в связи с антитеррористической так называемой операцией в стране запретить акции, мирные акции протеста. Это говорит о том, что сейчас власть делает все для того, чтобы мирных акций протеста не было. Чтобы люди уходили в подполье, в партизанскую борьбу, в герильях. Есть такая форма сопротивления в Латинской Америке. Уличные герилья. Все это делается для того. Но несмотря на это, мы все равно здесь пытаемся легализовать мирный протест, пытаемся мирным протестом обратить внимание мирового сообщества на то, что происходит здесь, в Николаеве, на востоке, в Донбассе, где гибнут. Тому капитану второго ранга, поварскому или подполковнику, я ему и вчера, и позавчера говорил, и буду говорить, нет, я буду там, и мы должны там находиться. Это наши батьки, деды, прадеды воевали, вот так. И они, эти товарищи освобождали Николаев. Боже мой, нет, я им говорю. Им черт на меня запретят, меня можно убить. Или я кого-нибудь убью. И против того, что убийство людей, мирных людей, наших с вами сограждан, никем ничем не расстреливается. И хочу привести пример, что убийство Саши Билова поставлено на государственный контроль. А убийство 48 официально подтвержденных людей, а по нашим данным это более 100, никем не расследуется. Разве это правовое государство? Здесь сейчас собрались люди на гражданскую панихиду, память об одесситах, из времени ушедших, о патриотах своего города, своего государства, своей земли, которые пострадали только за то, что имели свое мнение. И оно было отлично от мнения, которое популяризировалось чьи-то дети. И почему-то, когда на Майдане избили дубинками, это всячески расследовало. А когда здесь живьем сжигали, я еще раз хочу сказать, что Одессу не простим. 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 Слава Украине!
Слава героям Одессы!